весна, а это значит, что скоро старшеклассникам предстоит сделать свой самый важный выбор – в каком вузе провести свои яркие студенческие годы. Разобраться в этом поможет телепроект «Мои университеты». Вместе с российским телеведущим и актером Антоном Привольновым зрители прогуляются по кампусам и студенческим городкам лучших региональных вузов. Один из выпусков проекта посвящен Казанскому федеральному университету. Человек, который живет, предположим, в Самаре, и он вдруг узнает, что в Казани есть отличный университет. И он приезжает в Казань, он поступает сюда, он меняет свою жизнь к лучшему. И вот это такой путеводитель для старшеклассников, которые хотят понять, а куда, если не в своем городе, какие еще варианты есть. Проект затрагивает и окружение будущего студента, интересные места и достопримечательности города. В Казани это Чаша, Кремль, Арка влюбленных на Черном озере и другие локации. Проект «Мои университеты» про Казанский университет выйдет в эфир телеканала НТВ 1 апреля. И это не шутка. Не шутка. Включайте телевизор, я проверю. Ну а те, кому после выпуска захотелось получить впечатление по ту сторону экрана, могут записаться на день открытых дверей в Казанском университете. Подробная информация доступна на сайте вуза. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.